Сейчас, вот здесь она. Ну, добрый день, сегодня какое число? 30? 30 августа 2014 года. А мы на Диком озере. Рыбная ловля только что пошла, но она, зараза, выплыла, и она опять ушла. Вон она сидит. Здесь у нас змея появилась. Сейчас найдем ее. Вон она тебя смотрит. А ты можешь ее? Вот он. Ух ты, красавица какая. Смотри. Она выползла, ей понравилась рыба наша. Ах ты, блин, видно. Пошла. Куда пошла? Вон она. Плывет? Вон голова торчит. Это ее голова? Ну-ка, давай. Слушай, а кто она такая? Как ее зовут? Слушай, она сечет. Она ждет, пока я еще рыбку дам. А ты можешь ее шугануть тихонечко? Вон палочка, дрын есть. Я сейчас рыбу дам. А рыбку дохлую, давай. Только давай, чтобы она по поверхности. Она в воде где-то, вот здесь вот. Только брось вон туда, в центр. Вон туда вон брось, чтобы видно было. А озеро-то красивое. Где она? Она вот там, вон там. Брось там. Ну-ка, давай, покорми, Димыч. Покорми. Ушла, она не такая мертвая. Что, живая? Полег, да. Ну, слушай, она выползла. Главное, она поймалась на крючок. Это змеина. А красота какая. Она так схватила мальца, не хотела... Так нет, так она еще раз вышла и смотрит на меня. Смотрит красавица на меня. Может, я еще ей рыбкой покормлю. Красота идеальная. Кастильские горы. Дикое озеро. Димыч. Димыч, ты плов сегодня пробовал? Как нет? Ну, так когда будем пробовать? Давай. Давай, кто там? Ну что? А ты перекидываешь? Ну хорошо, давай, сейчас только пошел клев. Ну давай. Так, перекидывай, малечка. А где там наша щучка, красавица? Красавица наша. Сидит, молчит. Ушла под воду и даже слова не сказала. Ты можешь себе представить? Сейчас посмотрю, где она там, моя щучка. Хорошая щучка. 35 сантиметров. Красавица. Красавица. Ну хорошо, это только начало. Дальше посмотрим, что будет. Прелесть какая. Зеркальное отображение природы. Опа. Что там, хватануло? Или ты бросил? Это ты бросил? Ну, хорошо. Ну, давай. Удачной тебе ловли. Пока, бай.